Петри Контио нарушил правила, и в концовке первого периода ЦСКА имеет третье численное преимущество в первые 20 минут. Первое реализовать удалось, а здесь Капризов, то, о чем ты говорил. Его вообще не рекомендуется оставлять одного. Приблизительно с этой точки он забросил, только в другой угол. Шайбу не засчитали, поскольку были нарушены правила. Ну а здесь Капризов, лучший снайпер ЦСКА, не оставил ни единого шанса судниться. Ну, 8-я шайба Кирилла Капризова в этом сезоне. Причем, да, большинство у ЦСКА, то есть на одного полевого игрока больше, и этим хоккеистом после выигранного вбрасывания оказался Кирилл Капризов перед быстрой передачей, и у того было время так приложиться хорошенько с кистей в дальний угол, причем шайба зашла, я так понимаю, под блином. Подмышку Судницына, такой непростой бросок, вратарь не всегда ощущает, ну, как бы, габариты, да, под майкой, под здоровыми наплечниками.